Всадники апокалипсиса, мы рады приветствовать вас на еженедельном кроссаут-шоу. Оставляя искрометный комментарий, обязательно сразу указывайте свой игровой никнейм с учетом регистра, чтобы мы могли найти вас и зачислить награду. В этом выпуске совсем запутались. Я не хотел. На максимальных оборотах. Новая стадия. С помощью капкана можно ограничить маневр врага, а если поставить его около обрыва, то и вовсе зафиксировать в подвешенном состоянии. Прямо как это сделал наш следующий участник. Одна проблема. Прыгая с утеса, он тоже перевернулся, после чего висящий враг цепляет его своим капканом. Ситуация напряженная. Обеим машинам хватит одного залпа. Судьба боя зависит от того, кто первый выстрелит, и ничья. Кажется, ребята запутались не только в капканах, но и во времени. Монве, держи свой приз и впредь следи за таймером. Чтобы нанести урон союзникам, а тем более уничтожить, надо постараться. Как правило, для этого нужно либо затолкать его в кислоту, либо сбросить с приличной высоты. Но Ахмаден справился пушечным залпом. Как, спросите вы? Попадание трех крупнокалиберных снарядов отбросило обломки вражеской тачки прямо в машину союзника, побитую после жаркого боя. И те разнесли ее вдребезги. Неудобно получилось. Но забавно. Ахмаден, голду, скоро переведем. Жди посылку. Помните реактивное веретено, которое Сэнд Бленд прислал в один из прошлых выпусков? Так вот, скооперировавшись с Нейли Бобером, еще одним гениальным конструктором, они собрали вот этого монстра. Дьявольский каток, как они его назвали, это все тот же крутящийся на реактивных движках монстр, только подвешенный на гарпунах и направляемый точно на противника машиной-носителем. Красота, да и только! Сэнд Бленд, ты прислал, тебе и голда. А ты, Нейли Бобер, не стесняйся и скидывай нам свои ролики. Наверняка среди них есть другие шедевры. Похоже, с появлением мин у водителей крафтов-трамплинов появилось новое развлечение. Феликс 1815, например, уже вовсю веселится. Он подбрасывает вражеские машины вверх и в этот же момент откидывает капкан и пару мин. Результат просто бомба. Противник приземляется, тут же фиксируется, а затем взрывается. Креативно, что ни говори. Да еще и прибыльно. Примерно на 1000 золотых монет за ролик. А теперь пора выбрать лучший комментарий к прошлому выпуску. Максим Вайт сказал: «Мин не желаете? Нет, спасибо, обойдусь».